главными событиями этого дня с вами в студии Елена Семеновичева. В Ненецком округе, как и во всей стране, сегодня выбирали депутатов Государственной Думы 7-го созыва. В регионе был открыт 51 избирательный участок. Округ стал лидером по явке на избирательные участки среди регионов Северо-Западного федерального округа. О том, как прошел единый день голосования, смотрите в следующем сюжете. Активность местных жителей в день выборов традиционно высокая. Председатели участков из года в год фиксируют все большее количество голосующих. С утра на выборы, как правило, приходят люди старшего поколения со своими надеждами и пожеланиями будущим депутатам. Чтобы пенсионеров не забывали, немножко внимания уделяли для пожилого человека. Одним из первых на избирательном участке в спорткомплексе СМУ проголосовал и сенатор от Ненецкого округа в Совете Федерации Евгений Алексеев. Как и любой избиратель, с думскими выборами Евгений Георгиевич связывает большие надежды и верит в качественные изменения. То есть, вообще говоря, ожидания людей, безусловно, связаны с теми обещаниями, которые дают кандидаты в депутаты. И мне бы, конечно, хотелось, чтобы эти обещания были не только обещаниями, но чтобы они обрели какую-то реальные действия, реальную силу. Свой гражданский долг на избирательном участке в школе номер 3 исполнил и губернатор Ненецкого округа. Игорь Кошин отметил особую важность думских выборов. От их результата зависит будущая политика развития нашей страны на ближайшие 5 лет. Мы избираем тех людей, вы знаете, вернулись выборы по одномандатным округам, и у округа будет свой депутат, одномандатник. Мы избираем тех людей, которые будут формировать политику развития территории, которую они представляют, также на ближайшие 5 лет, это как минимум. Основное пожелание к депутатам, которые будут избраны от нашей территории и политическим партиям, безусловно, Ненецкий автономный округ – уникальный субъект Российской Федерации. Вы знаете, мы целиком входим в территорию арктической зоны. И мы подготовили ряд больших инфраструктурных проектов. И их реализация будет зависеть от той политики, которую будет проводить государство по отношению к Арктике, по отношению к северянам. Безусловно, мы участвуем сегодня в выборах с большой надеждой, то, что депутаты избраны от нашей территории, и тот курс, те политические партии, которые пройдут в парламент и будут избраны, продолжат тот курс на развитие нашей страны в целом, ну и, соответственно, округа. Рядовые жители Ненецкого округа также понимают важность федеральных выборов, идут на участки выбирать свое будущее, связывают с думскими выборами большие надежды. Пожелание есть одно – больше думать о народе, о тех, кто выбрал данного кандидата, а не о личных интересах. А надежда, конечно, только на самое лучшее. Как всегда, ждем от выборов новых свершений, новых достижений выбранными кандидатами. Я выполнила свой гражданский долг. Проголосовала за партию, которая достойна. Но несмотря на то, кто победит, я надеюсь, что жизнь в регионе станет лучше после этих выборов. Чтобы народу жилось лучше гораздо, потому что очень бы хотелось, чтобы наши вот эти власти, кто там придет к власти, чтобы занялись вопросом, каким образом устроить молодежь на работу. Очень большая проблема, я считаю, очень большая. Будет работа, будет и жизнь хорошая. Важность думских выборов отмечают и представители собрания депутатов Ненецкого округа. Председатель регионального парламента Анатолий Мяндин справедливо отметил, что регионам, в том числе и Ненецкому округу, спустя много лет выпала уникальная возможность выбрать в Госдуму своего депутата-одномандатника. Это даст возможность лоббировать интересы округа, его жителей, в том числе путем положительного принятия решений по тем законодательным инициативам, законопроектам, которые вносит в Госдуму наш округ, отметил Анатолий Мяндин. Такая практика у нас есть, и мы эту работу ведем и будем продолжать, в том числе по тем вопросам, которые поднимают перед нами жители округа. Кроме этого, я надеюсь, с помощью депутатов Государственной Думы мы сможем как можно больше привлечь средств из федерального бюджета. Это сегодня возможно благодаря договору, который был подписан и ратифицирован почти 2 года назад с Архангельской областью.
Поэтому эта работа сегодня уже ведется, и вот, только в этом году порядка 1 миллиарда рублей с федерального бюджета округ может получить на определенные цели, в том числе на строительство дорог, на строительство социальных объектов, детских садов, школ. Я думаю, что вот эта работа с помощью депутатов, она должна быть продолжена, и мы можем получить действительно солидные суммы с федерального бюджета, с учетом того, что сегодня у нас есть некоторые проблемы с наполнением нашего окружного бюджета. Отдал свой голос за депутата-одномандатника и депутата по партийным спискам и Александр Лутавинов, представитель регионального парламента. По мнению депутата, за нынешними думскими выборами будущее региона. С теми, кто будет представлять наш округ в Госдуме, регион будет поддерживать максимально близкую связь. Сейчас многое будет зависеть от депутатов, которые войдут в состав Государственной Думы. Я считаю, что вот та возможность, ключевая возможность, которая определена тем, что наш субъект Российской Федерации, Ненецкий автономный округ, может иметь в составе Государственной Думы два своих депутата, на мой взгляд, это очень важно. И вот такой возможностью надо максимально воспользоваться, чтобы мы могли представлять свои интересы своего округа в законодательном собрании. Сделать важный для страны и округа выбор сегодня на избирательные участки пришли и представители различных политических партий. С боевым настроем свой голос за кандидатов отдал лидер регионального отделения партии «Родина» Андрей Ружников. В первую очередь выполнить все наказы избирателей. Несмотря на то, что бюджет страны очень сложный, тем не менее нужно в первую очередь думать о людях, о простых людях. Свои предпочтения высказали и те, кто претендует на кресло депутатов в Нижней палате Российского парламента. События, которые мы сейчас переживаем, выборы депутатов Государственной Думы, это действительно важнейшее событие в жизни и общества, страны, и жителей округа. От того, какой партии, какому кандидату будет дано предпочтение, во многом зависит от того, в каком направлении будет развиваться наша страна. А жители округа ждут больших перемен. Для меня эта должность, она как бы не самая главная. Самое главное – это то, что вот если прошел, если люди доверят, то как решить вот те проблемы, которые они озвучили? Все-таки там будет 450 человек, есть кое-какой опыт, есть кое-какие навыки, как нужно проводить инициативы. Но тем не менее, все-таки есть какая-то внутренняя тревога о том, что оправдали доверие людей, которые, в общем-то, по большому счету вот мне доверили. Вот здесь, я думаю, что мы, скорее всего, вместе, прежде всего, субъекты именно арктической зоны Российской Федерации, потому что один в поле не воин, а вот есть такие, объединения вот такие, сделать объединение в Государственной Думе. Люди задавали вопросы, в каком комитете вы себя видите, самые различные. И вот вроде бы еще рановато, не говори гоп, говорит, пока не перепрыгнул, а людей уже интересовало, где, в каком комитете, какие интересы. То есть я был настолько поражен, удивлен, насколько, оказывается, житель Ненецкого автономного округа, от школьников до наших людей высокого возраста, интересуются вот этими вопросами. Они вот действительно обеспокоены федеральной темой, обеспокоены изменением федерального законодательства. Вот это для меня сделало такое открытие. Я думал всегда, что это больше вот Ненецкий округ, там детские сады, школы, больницы, а здесь был просто поражен, насколько люди вот интересуются вот именно федеральным законодательством. Поэтому работы очень много работы. Есть над чем поработать. Я думаю, что все вместе мы попробуем что-то изменить, если пройду, конечно. Будущий состав Государственной Думы я связываю с тем, что все-таки усилится политика и будет происходить совершенствование законодательства, которое связано с развитием арктической зоны Российской Федерации, которая непосредственно касается жизни нас, северян. Для этого есть все предпосылки. Государственная Дума формируется по новому составу. От каждого северного субъекта будет представитель, который будет выбран по одномандатным округам, кто-то пройдет по партийным спискам. Мы надеемся, что будет большое представительство партии «Единая Россия» в Государственной Думе, и внутри нее будет региональная группа депутатов-северян, которые будут защищать интересы своих избирателей. По информации избирательной комиссии Ненецкого округа, единый день голосования прошел в спокойной обстановке, без нарушений и жалоб. Участковые избирательные комиссии уже приступили к подсчету голосов. Предварительные итоги станут известны уже ночью. Что касается явки избирателей, если сравнивать, брать те же самые
контрольные даты и соотношения 2011 года, явочка у нас стала немножечко хуже. На 18 часов явка избирателей составила 40,66%. Для сравнения, в 2011 году на 18 часов явка избирателей была 50%. То есть в этом году у нас явка немножечко хуже стала. Но в целом, если брать по Российской Федерации, да, за исключением некоторых регионов, явка перешагнула, там есть и 60%, и более 60%, к 70%. Но 40% на 18% и окончательно все равно будет менее 50%. Это, в принципе, по общероссийским меркам мы где-то находимся в золотой середине. Напомню, сегодня жители Ненецкого округа выбирали депутатов Госдумы 7-го созыва. Уже совсем скоро мы узнаем, кто будет представлять наш регион в Нижней палате Федерального собрания Российской Федерации. Ирина Цепетова, Любовь Пермякова, Надежда Литкова, Леонид Шишелов, Сергей Качегов, Владислав Носкин, телеканал «Север». В столице региона прошло подписание соглашения о сотрудничестве в сфере подготовки молодых специалистов для нужд нефтегазовой промышленности. Подписи под документами поставили руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого округа Галина Медведева, директор территориального производственного предприятия «Лукойл Севернефтегаз» Игорь Шарапов и директор компании «Башнефтьполюс» Владимир Нестеренко. Подписано. Соглашение о сотрудничестве содержит основные направления взаимодействия органов государственной власти и нефтяных компаний в области подготовки профессиональных кадров для нефтяной отрасли из числа учащихся Ненецкого профессионального училища. Документ предусматривает регулярное оказание помощи со стороны специалистов нефтяной компании в проведении практических профориентационных занятий среди школьников, молодежи и студентов, содействие в организации учебной практики, трудоустройстве выпускников, получивших квалификации, востребованные в нефтегазовой промышленности. Поэтому здесь какие специальности, во-первых, нужны, а во-вторых, создать материальную базу для подготовки высококвалифицированных специалистов. Но я, несомненно, благодарна руководителям компании именно за то, что они находят время, находят возможность, находят средства для того, чтобы здесь развивалось профессиональное образование, здесь на месте у нас, в нашем регионе. Общество «Лукойл-Коми» уже на протяжении последних многих лет делает ставку на местное население в плане трудоустройства. Но мы периодически сталкиваемся с проблемами о том, что отсутствуют соответствующие квалифицированные кадры. Поэтому соответствующим департаментом Ненецкого автономного округа мы разработали комплексную программу по обучению, переподготовке тех специалистов, которые необходимы в нефтяной промышленности. И, грубо говоря, эта комплексная программа, это и есть соглашение, которое было подписано сегодня между обществом «Лукойл-Коми» и департаментом образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа. Компания «Башнефтьполюс» активно развивается. И те кадры, которые будут подготавливать профтехучилища, так как мы находимся и работаем в автономии, в режиме автономии, нам необходимы эти специалисты. Мы понимаем, что в первую очередь компания «Башнефтьполюс» ставит приобретение квалифицированных кадров, но мы все знаем, что сегодня для округа и для Башнефтьполюса это проблема. Чтобы решить эту проблему, один из вариантов – это подготовка кадров на местах. То, что сегодня мы делаем, то, что будем впредь, и вот это соглашение, которое мы сегодня подписали, оно будет развивать и даст качественный толчок для развития и для приобретения тех специалистов, которые в округе. Ну а для нас, как для компании, мы понимаем, что приоритетом становится это участие жителей региона, в первую очередь приоритет нашей компании, это при принятии на работу, это жители округа, которые живут и трудятся на территории. Ведь мы все знаем, что самое главное богатство округа – это ее жители, а все остальное – это уже то, что находится в недрах. По словам главы региона Игоря Кошина, подписанные соглашения принесут округу положительные результаты. Руководители компании не просто работают и обеспечивают производственный процесс, не просто добывают нефть и платят налоги, не просто участвуют в социально-экономическом развитии Ненецкого автономного округа, а самое важное, думают о завтрашнем дне и думают о том, кто придет им на смену. И нам будет очень приятно, если на смену придут ребята, которые получили образование, необходимые практические навыки,
в результате исполнения подписанных сегодня соглашений. Спасибо. Помазанные нефтью. В школе поселка Искателей состоялась торжественная церемония посвящения в нефтяники учеников Роснефть-класса. Его порог в этом году переступили 17 новобранцев. Ученики 10 Б-класса уже знают, что их ждет впереди. Их не пугает ни повышенная учебная нагрузка, ни высокие требования. Для них Роснефть-класс – это большие возможности и хороший задел на будущее. В торжественной церемонии посвящения в нефтяники приняли участие генеральный директор компании «Роснефть Северная нефть» Геннадий Амосов, губернатор Ненецкого округа Игорь Кошин, руководство Заполярного района и поселка Искателей. На нефтепромыслах новичков обязательно мажут нефтью, посвящая в профессию. Сегодня через этот обряд прошли новобранцы Роснефть-класса. Каждому ученику вручили свидетельство о зачислении, галстук с символикой компании и памятные сувениры. Сегодня, ребята, вы делаете первый серьезный шаг в выборе своей будущей профессии. Компания «Роснефть» и ее дочернее общество в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции «Ран-Северная нефть» уделяют большое внимание профессиональной подготовке молодых специалистов, уже начиная со школьной скамьи. Поступив и учась в «Роснефть-классе», вы приобретаете дополнительные навыки, более углубленно изучаете профориентационные предметы. Да, учиться в «Роснефть-классах» – это, конечно, дополнительная нагрузка, это тяжелее, но то преимущество, которое вы получаете – это того стоит. Всем вам желаю успешной, интересной учебы, успехов, крепкого здоровья и всего самого хорошего. Мы вас ждем. Первый в округе профильный класс открылся в Искательской школе 5 лет назад. Позже профильных класса стало уже 2 – 11 и 10. Роснефть-класс – это яркий пример проекта «Школа-вуз-предприятие». В процессе обучения ребята овладеют всеми знаниями, умениями и навыками, необходимыми для дальнейшей профессиональной деятельности. Посетят месторождения, совершат профориентационные поездки в Усинск и Санкт-Петербург, побывают в ведущих профильных вузах страны. Ученики 10 Б-класса уже знают, что их ждет впереди. Их не пугает ни повышенная учебная нагрузка, ни высокие требования. У нас, конечно, появляется больше физики почти каждый день. Но большой уклон идет еще также на информатику и математику. Сегодня округ как никогда нуждается в грамотных, квалифицированных специалистах. От вас зависит будущее региона, сказал в своей напутственной речи глава региона Игорь Кошин. Округ сегодня ждет квалифицированных специалистов. Ждет ребят, которые получат должное образование, практику и будут работать в нашей тундре. На благо Ненецкого автономного округа и на благо нашей страны. После церемонии посвящения в нефтяники гости и виновники торжества переместились в район памятника танк Т-34. Здесь высадили первые ростки аллеи нефтяников в честь геологов и первооткрывателей нефтяных месторождений региона Михаила Ардалина, Анатолия Титова, Юрия Росихина, Александра Сливко, Романа Трепса. В посадке деревьев приняли участие представители нефтяных компаний, работающих на территории округа, представители собрания депутатов НАО, Заполярного района, поселка Искатели и, конечно, будущие нефтяники. Общими усилиями на аллее нефтяников высадили ростки березы и лиственницы, деревьев, которые не боятся настоящих русских морозов. Ирина Цепетова, Леонид Шишелов, телеканал «Север». После подписания соглашений в фойе Дворца культуры «Арктика» состоялось открытие выставки презентации нефтяных компаний «Вам нефтяники посвящается». Стенды компании «Недропользователи» демонстрируют успехи, которых они достигли, работая в Ненецком округе. В рамках презентации руководители нефтяных компаний отметили и тех, кто рассказывает жителям региона об их деятельности. Речь о журналистах региональных средств массовой информации. Награды из рук нефтяников получили журналисты из газеты «Выбор НАУ», территориального отделения ГТРК «Поморье» в Нарьян-Маре и наш коллега Андрей Чуклин, старший редактор телеканала «Север», за авторскую программу «Закаленные Севером». Это цикл передач о ветеранах геологии, заслуженных нефтяниках и газовиках, а тех, кто по многу лет отработал в экспедициях НАО, чьим трудом и сегодня прирастает богатство страны. Парадом-конкурсом дефиле детских колясок открылся сегодня праздник День образования НАУ и День нефтяника. По улице Смедовича более 15 семей с украшенными колясками совершили шествие до площади Марат-Сей. Главным условием конкурса было оригинально украсить первое транспортное средство своих малышей. Творческие мамы и папы продемонстрировали небывалое мастерство, превратив коляски в северных оленей, дома, цветы и капусту. О необычных экипажах расскажет Любовь Пермякова.
Семья Белоусовых на конкурс приехала на Северном Олене. Так они назвали свою композицию. Пока хозяин ненецких саней, 9-месячный Алеша, важно лежал на теплой шкурке, мама и папа рассказывали о том, как создавали такой шедевр. Потому что мы живем на Ринмаре, это северный город, с северным полярным кругом. И, конечно, символ этого края – это олень. Мы делали вдвоем, ну, втроем, можно сказать, с Алешей. Алеша – самый главный, да, самый главный помощник. Делали абсолютно вместе. Основной материал – это пенопласт. Картину нашли, заказали, вырезали, приклеили. И все остальное уже подручные материалы, можно сказать, остатки ткани, которые были где-то давно лежали. Ну, в принципе, все. Шкурка лежала, тоже пригодилась как раз. Чехол тоже сами шили, да? Сама, все абсолютно сама делала. И узоры вырезали сами. Еще одна конкурсантка тоже приехала в упряжке, но уже на белоснежном коне. Так положено, ведь царская особа. Хозяйка наших волшебных саней Екатерина. Мы решили так, что раз у нас Екатерина – это царское имя, то у любой царской особы должны быть волшебные сказочные сани. Ну и, соответственно, воплотили эту идею. Не будем мешать Екатерине, императрице, да? Царевне. Да, царевне. Пока принцесса Екатерина сладко спала в карете, Егор Засухин с любопытством следил за происходящим. В капустных листах на праздник мальчика привезли родители Галина и Антон. Прилетел недавно с работы и так решили поучаствовать. Придумали такую коляску. А почему именно капустка? Ну, если честно, так немножечко поползали. В интернете посмотрели что-нибудь интересное. И, вот, и цвет. Нам очень нравится салатовый цвет. А из чего? Что за материал? Это подкладка под ламинат. Да вы что? Да, окрасили чем? А окрасили колер краска обычная. А это обычная белая гуашью, как лепестки. Все. Просто форму придавали. Да? Сколько заняло? 3 часа? 4 часа около этого. 10 начали, 2 закончили ночью. Почти всю ночь трудилась над чудо-коляской и многодетная семья Соболевых. Они поразили гостей праздника и участников парада своей оригинальностью, ведь воплотили в жизнь главного героя сказки Чуковского Майдадыра. Сейчас просто мы вот с сыном Майдадыра ему рассказываем, ну и вот как-то решили вместе. Майдадыра. Вот твой Дадыр. Вот Майдадыр, да. А ты тоже помогал маме с папой? Да. А что делал? Помогал. Спал. Лап. Спала. Спокойно спал, да, не мешал? Спокойно спала. Спокойно спала, не мешал, да? Да. А какой материал использовали? Тут так, коробки, и самоклеющаяся пленка. Ну и щетки, вот, и да, все, тут все видно, и гуашь. Личное мое. Как говорят про себя молодые родители, они креативные по жизни. Впереди у Антона и Ирины Соболевых много не только творческих, но и семейных планов. А еще есть планы для детей уже? Думаем. Тише, остановитесь. Думаем об этом, да. Думаете, да. В перспективе. Трудно воспитывать вот троих детей? Нет. Что? Двухлетняя Лада Маркова на конкурсе решила не сидеть в коляске, а продефилировала сама. Оно и понятно, образ Морошки юной леди особенно к лицу. Дизайнером северного наряда и ягодной коляски стала мама девочки Ирина Маркова. Так как живем на севере, богаты Морошкой, морошковый край, поэтому без сомнения решили делать Морошку. Кто чего придумывал, все добавляли на коляску и на себя. Но не только главную ягоду округа, но и основной промысел местного населения отразили в шоу-колясок участники конкурса. На лодке с сетями приплыла еще одна конкурсантка. Чтобы ни у кого не было вопросов, где семья Стримоусовых взяла столько ценной рыбы, на коляску они повесили разрешение. Разрешение на добычу и вылов в водных ресурсах. Наринмар у нас славится не только оленями, там, морошками, еще и рыбалкой. Поэтому мы изобразили рыбу, семгу, сиги и, естественно, разрешение на вылов. Полный комплект у вас, да? Да. Все, что нужно рыбаку. А в коляске что за рыбак у вас? А в коляске у нас рыбачка Катя. Свое триумфальное шествие на своих первых в жизни транспортных средствах малыши и их семьи начали от пересечения улицы Ненецкой и Смедовича. В самом сердце города с их появления открылся детский праздник «Я родился в НАО», где жюри объявило 3 победителей. 3 место в дефиле колясок заняла семья Ижемцевых. Серебро завоевала семья Стримоусовых, а золото досталось семье Белоусовых. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Такова была информационная картина дня. Увидеть новости вы можете также и на нашем сайте, адрес trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.